Ну, у нас хозяйство, в общем-то, небольшое, где-то 800 голов крупного рогатого скота. Всего 1200 гектар чисто мы под зерновые, ячмень, овес, пшеница. Из них где-то процентов 60-70 ячмень, процентов 20-30 пшеница, остальное овес. Ну, вся техника «Россельмаш». Три комбайна «Акроса», зерноуборочных, два комбайна «Дона». Так как мы первый комбайн купили, нам он понравился, и мы пошли по этому пути. И взаимозаменяемость, и где-то и уже стандарт у нас поставщики, мы уже друг друга, наверное, знаем, и нас знают, поэтому нам менять кого-то на другого нам не стоит. Нам нравится, в общем-то, комбайны и для наших полей, молокан контурных, и для районов, так скажем, Ярославской области, это самый лучший комбайн. Вот мы уже используем его пятый сезон. За пять сезонов у нас ни одной поломки, за исключением обслуживания. Скажу, если техника в нормальных руках, то она техника безотказно работает. Данный комбайн мы приобрели в компании «Дизель Арсенал». За сервис у нас простое не было. Обслуживает своевременно и диагностику своевременно нормально делает. И на основе диагностики запчасти мы с осени закупаем или с весны, уже ранее весной закупаем. Что касается запчастей, мы или через «Дизель Арсенал» непосредственно, или непосредственно с завода с Ростова. Я советую, на самом деле, такие комбайны. «Ростсельмаш» – агротехника профессионалов.